Всем привет! Снова с вами опять Монах Синема. Не лучшую погодку я на самом деле выбрал для замены зеркал. Здесь они стояли механические на этой машине. И, к сожалению, я уже, видите, одно поменял зеркало. Вот. Поставил электрическое. Я так понял, что электрическое оно с подогревом. Вот. Здесь не было вот кнопочки, которая все это дело регулирует. И приобрели мы эту кнопочку, поставили. Вот. Сейчас я поставил только одно зеркало. Вот сейчас пытался, проверял, работает, не работает. Работает. Вот. Сейчас прикручу его, подключу. И мы посмотрим, как она работает. Опять я не вовремя начал все это делать. Так, ладно, продолжим. Накладка, которая была на двери, имела вот такую ручку. Осталась одна резинка. Я, к сожалению, не могу вот так вот оставить. Поэтому эту старую придется поставить. А теперь что мы имеем? Мы имеем, как она двигается, работает прекрасно. Надо теперь еще разобраться с этим, с обогревом, как он работает или нет. Сейчас посмотрим. Я вот включил, высохнет, не высохнет, глянем. Пока поставим заглушку. Все просто, заглушка стоит, теперь не работает. Прекрасно. Сейчас будем разбирать другую сторону, ну и посмотрим, как она греется. От чего она греется, как она греется, непонятно. Так, надо переехать, наверное, чуть-чуть, чтобы там побольше пространства было. Чтобы мы не зацепили случайно машину. Прекрасно. Пока все. Вот идет гуру УАЗиков, блин. Я таких, блядь, 100 лет не видел. Колпак, нет. Надо колпак снять, блядь, вот это. А там гайки будут. Серьезно? Ты охуею, епта. Конечно, блядь, этот колпак снимается, блядь. А как он снимается-то? Ну там я не вижу, что, блядь, просто. Надо посмотреть, какой там. 12, там, 13, что там, гайки, болты, хуй, шестигранник, может. Надо посмотреть, блядь. Это колпаки, просто сейчас новые колпаки. Слушай, 17-й залазит, но он ничего не делает. 18-й не залазит. Что там? У тебя нет болтов? Колпак должен тут так сниматься просто, блядь. Руками? Ну, или отверткой, блядь, по-моему. Или монтажкой, да? Ну, монтажкой. Ну, тут же. Ну, сейчас попробуем. А то я... Ты, вон, смотри, этот... Я какой ключ только не сувал.
после последних событий, когда патрол решил я продать и не смог его продать, потому что там двигатель был заменен. Но раньше это можно было делать. А сейчас, видите ли, закон вступил в силу, что нужно документы иметь на двигатель. И рама сгнила. Так вот, когда УАЗик покупал, проверял, насколько здесь вот качественно видно номер. И вот сейчас вот вон литольчик стоит. Сейчас все это место сначала зачищу и потом обильно-обильно смажу литолом. Вот. И так буду делать каждый раз при замене колес, чтобы номер не сгнил. Так, вот видно, как мы обильно все это делали. Смазали литолом. И теперь номерочек полгодика будет в нормальном состоянии. А потом будем менять колеса. И еще раз поменяем смазочку.